Здравствуйте. Здравствуйте. Вот как вас зовут? Меня зовут Даниэль Рустамов. Даниэль, что ты так далеко стал? Окей, пойдет. Можешь ее поближе, я не кусаюсь. Вот. Откуда ты приехал? Таджикистан, город Душанбе. Никогда еще не был в Киеве. Украина, X-Factor, жди меня. Я еду. Границу проходили, и там, короче, меня остановили в этом, в русской границе. Говорят, ты куда, короче? Зачем ты в Украину? Я говорю, я певец, я хочу как бы поехать на проект X-Factor. И он такой смотрит. Сейчас, короче, подожди, сейчас с тобой, короче, разберемся. Я такой думаю, блин, все, я не попаду в X-Factor. Ну, потом как вы пропустили меня, доехал. Люди привыкли как вы думать, что люди из Таджикистана приходят чисто чтобы работать там, типа гастарбайтер и бла-бла, и это меня как-то печалит. И еще бабушка очень за меня переживает и очень говорит, давай, когда мы тебя будем смотреть по телеку? И такие, я такой, выйдите, подождите чуть-чуть, да. А скажи, вот что бы ты сейчас хотел вот от себя, вот какие-то, или получить новые эмоции, или чтобы послушать, что тебе скажут наши слушатели? Да, я просто как очень хочу, чтобы вот Константин Меладзе меня услышал, потому что это была моя мечта. Я еще во сне видел, что я вот как-нибудь один день я с ним встречусь и спою для него, вот, и этот день настал. И этот день для Рустама настал на X-Factor. Для Даниэля. Ой, господи, извини, ну, пожалуйста. Так тоже зовут. И этот день для Даниэля настал на X-Factor. Yeah. Круто. Okay. Я тебя приглашаю на сцену. Хорошо. И буду тебя поддерживать всячески, спасибо, чтобы у тебя получилось. Спасибо. Woo. Let's get it on. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Меня зовут Даниэль Русамов, я приехал из Таджикистана, город Душанбе. Мне 20 лет, и хотелось бы вам спеть. Класс. Пожалуйста. Класс. Константин Меладзе. Я известный человек в Таджикистане. А что петь будете? Буду петь песню... Imagine Dragons, Radioactive. Ой, какая песня! Молодец. Yeah. Поехали! Woo. Waking up to ash and dust, I wipe my brow on my sweat and my rust. I'm breathing in the chemicals. Whoa. Колоритный персонаж. Ой, как мне это нравится! Systems go.
inside. I'm breaking up. I feel it in my bones, enough to make my system grow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa. Как бы расшевелить членов жюри не так уж и сложно. Главное выбрать хорошую песню и не испортить ее. Yeah, согласен. У вас получилось. Спасибо. Thank you. Спасибо. Вот все-таки удивительное это дело. Поначалу как бы ничего особенного, да, а потом вот ты сидишь и ловишь себя на мысли, что ты не можешь оторвать взгляд от этого человека. Что-то вот, какая-то магия и какая-то какой-то крючок, который тебя, собственно говоря, вот захватывает, подсекает тебя и тащит, да, вот это, наверное, и называется харизмой. Вот вдруг в тебе что-то просыпается, и ты начинаешь соучаствовать, сочувствовать этому человеку. Вы кайфовали, мы тоже. То есть получился такой всеобщий праздник. Молодец, молодец. Спасибо. Даниэль, а вот в анкете написано, что ты хочешь поднять статус своей страны и показать, что в Таджикистане тоже есть таланты. Да. Да? Да. Знаешь, да, вот сегодня уже ты намного стал ближе к своей цели. Твоя уверенность и твоя вот такая вот легкость, харизма и одновременно с этим сплошная динамика, которая распространилась полностью на этой сцене, она даст мне возможность позитивно оценить твои старания сегодня. Спасибо. Спасибо большое. Ну, Андрей, ну скажите, вот, а мне не понравилось. Ты понимаешь, Антоша, мне так надоело слышать от зала. Поэтому я вам говорю «да». Спасибо. Даниэль, да. Thank you. Спасибо. Я так рад. Ну, я тогда обрадую вас еще больше. Мне бы хотелось посмотреть, как высоко вы можете прыгать от своего счастья. И говорю вам «да». Yes. Все. Даниэль, я говорю вам «да». Yes, спасибо. Спасибо. Даниэль, поздравляем, у вас 4 «да», вы проходите в лагерь тренировочный. Thank you. Боже, Данька, я даже не ожидала, что ты так круто поешь. Я счастливый человек! Thank you. Спасибо. Вот еще на одного счастливого человека в 7-м X-Factor стало больше. Yes.